Все произошло еще в августе этого года. Именно в этом самом дворе по улице Советской пьяный житель Лиминды решил пожарить шашлыки. В какой-то момент мужчина разозлился на находящихся рядом котов, которые, видимо, были голодными и просили кусочек мяса. После приготовления еды на мангале, будучи недовольным нахождением вокруг него большого количества котов, схватил одного из них и держал над мангалом с открытым пламенем в течение нескольких минут, не реагируя на мучения животного, после чего бросил еще живого в мангал с огнем, от чего кот скончался в результате сожжения. Все это своими глазами наблюдал ребенок, живущий по соседству. Именно его мама и вызвала полицию. Живодеру 43 года. Ранее был судим, свою вину он признал. Дело направлено в городской суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, если, конечно, не отделается штрафом. Минимальная плата за жизнь кота – 100 000 рублей.